Прошедший традиционный весенний бал казанского студенчества стал наглядным примером того, что среди молодежи не угасает интерес к исконным традициям и великой истории России. Бал проводится четвертый год, и каждый, посетив его, смог полностью окунуться в атмосферу эпохи 19 века. Студенческая ассамблея исполняли светские, старинные, классические бальные танцы. Бал Казанского федерального – это единственный бал в Казани студенческий, который приближен к формату исторической реконструкции. Мы практически на большую долю соответствуем историческим балам 19 века. Безусловно, бал немыслим без классической музыки. Студент КФУ, который уже не первый год работает над написанием авторского вальса, написал для студенческого бала несколько композиций, которые вызвали у студентов неподдельный восторг. Это мое хобби уже 6 лет, а идея пришла, есть вальс графа Толстого, как бы потому что сам Толстой приезжал в наш универ и написал как бы музыку, и в честь него назвали как бы этот вальс. Это меня вдохновило, поэтому я тоже решил написать свой собственный вальс. Студенты поделились, что готовились к весеннему балу долго. Каждый из них усердно изучал бальный этикет и историю развития бальных танцев. Мы известный бал Казанского федерального университета. Что мы от него ждем? Мы хотим просто хорошо отдохнуть, хорошо провести время и встретиться с друзьями. Люди хотят окунуться в сферу королев и принцесс, хотят ощутить это. Ну, я всегда интересовался именно историей, то историческими танцами, бальными танцами. И вот только ко второму курсу решили пройти. На весеннем балу 2016 года всех присутствующих ожидали развлечения, свойственные для 19 века. Это и живые картины, викторины, благотворительные ярмарки, а также креативные творческие номера. В отличие от других балов в Казани, бал Казанского федерального университета проводится согласно всем историческим традициям, без введения новых правил. Аделя Мухаметшина, Ленар Тавлетьяров, Универ Ньюс.